Сейчас, Вова, особое время. Такого никогда раньше не было и никогда больше не будет. Лихорадка, как на Колондайке. Единственное место, где крутятся реальные бабки – реклама. Мы с тобой берем, подготавливаем болванки для всех серьезных брендов. Нужна простая, четкая, русская идея. Просто потеряли на время духовность из-за всей этой байды. Работа нужна? Слушай, а куда мы едем? А? Сейчас увидишь. Да, с монополией в России, матушки, проблема. Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут. Люди еще и думают, что это их улицы. По своей природе любой политик – это просто телепередача. Нужно дать народу шоу. Над Кандагаром была круче! Тогда он забудет про все, про маму, про папу. Самое главное, он забудет про правительство. Учитывая многочисленные обращения в мой адрес, мною предпринято следующее. Но я больше ничего не умею, кроме как писать плохие слоганы. А это что такое? Что от него будет? Сам увидишь. Боишься? Голову пригни, там потолки низкие. Не поняли еще, да? А мы его сами создадим. Мне не нужна логика. Мне нужен компромат. Солидняк! Наверняка! Вот ты пишешь коллективное бессознательное. Сам знаешь, что это такое? Ну, на уровне коллективного бессознательного. Марковин, ты не знаешь, что это такое? Про это ты не думай. Вообще никогда. Ты не боишься, что есть кто-то, кто знает отчетливо? Раз деньги дают, значит, кто-то в этом заинтересован. Щипать себя ты должен сам. Настоящая мафия – это вот как раз те, кто у джойстика сидят там, 5 человек, манипулируют нами. Думал ли я когда-либо, что когда-нибудь стану у штурмвала такой огромной махины? Заставский народная воля!